Всем привет! С вами, как всегда, Хаш Лаваш. Вот, и сегодня 1 мая. Мы проспали ночь в палатках. Музыка долбила всю ночь, невозможно было спать. Ну, это, с одной стороны, прикольно, с другой стороны, не очень, потому что спать было невозможно. Вот, сейчас у нас по плану что? Пойти на речку, искупаться, освежиться и позавтракать, а потом будет всякая веселуха. В час дня обещают мотоциклетные там соревнования. Всякий батл. Короче, такая хуйня. Было прохладно, но спальники нас спасают. Вот такая обстановка в моей квартире. Все чудесненько. Теплышко. В принципе, не замерзли. Вот. Так норм. Очень даже было тепло, мотоциклы гудят, но когда хочешь спать, их особо не слышно. Вот такие дела. Ну, начало нового дня. Всем привет, оставайтесь с нами. С утречка, давай, интервью у тебя беру, Идоха. Берешь? Короче, какие ощущения от первого дня? Самые прекрасные вообще. Что мне понравилось, так это вот... Что тебе понравилось? Атмосфера вообще тут очень хорошо. Атмосфера хорошая, лес, да? Лес. Бухло. Лес бухло. Утром встали, вчера накидались, вообще по жести просто. Утром встали, как будто бы и не пили. Хорошо, я думал, пойдем в речку в горную купаться. Ну, потому что плохо, потому что типа плохо же будет с утра. А речка горная очень помогает. Ага. Оказывается, неплохо, и не надо идти на речку, морозить да. Жопу яйца. Главное, вот давай людям дадим совет. Если идете в горы, обязательно берите с собой палатку. Это раз. Обязательно. Без... Как в горах без палатки. Ну, блядь, есть люди, которые идут в палатку. Палатку берут, но спальники не берут. Да, второе, берите спальники в любое время. Лето, зима, блядь, не, осень, летом или можно весна. Не да брать, подожди, нужно всегда, потому что, блядь, летом тоже бывает, дождь пройдет, такой дубак начинается, что ты охуеешь еще, блядь, хуже, чем весной или осенью в горах. Спальники, желательно, кому как, желательно матрас вина или побольше. Каремат. Кто? Вина побольше. Вина? Да. Какого? Греет вино любое, красное вино, красное. Сухое, ой, это сладкое, сладкое, дамское. Короче, вино не обязательно. Да, если вы далеко идете, не да. Надо. А так берите, ну все, блядь, че, все? Все? Бухло и все, спички, будет вам счастье. Спички, обязательно. Спички, ножик и бухло. Целлофан замотать, чтобы не промокли, а иначе вы утром... Охренеете тереть деревяшку о деревяшку. Ну все, сейчас пойдем на мотокросс скоро. Будем кроссить. Будем кроссить? Да, будем кроссить. Не крысить, а кроссить. Я вот хочу чайку ебануть. Они где-то должны быть.
нормально? Что-то не очень. Давай обойдем туда. Синдром, ну, походу печень подвела немножко, ну, не доехал чуть-чуть. Второе место. Кравченко Андрей. Также тебе справка выдана. Ты почти победил свой первомайский синдром. Сертификат от только вот она на 5000 рублей на приобретение всякой там мелочевки, может и не мелочевки, соответственно, там кому как. Заходите, покупайте, вернее, обналичивайте. Поздравляю. Молодцы. Было очень приятно смотреть на вас. Ну и получается самый, который со здоровой печенью, синдрома у него, наверное, не было, что он сюда приехал, непонятно тогда вообще. Это Дронов Алексей. Держи, справку тебе дали, все, ты здоров, можешь дальше продолжать участвовать в соревнованиях. От Тока Мото, 10 тысяч рублей сертификат, также. Поздравляем!
Зачем ты кастрюлю моешь? Сюда будем шашлыки. Ты идиот, я тебе еще раз говорю, мы так его можем поесть. Ну, ты просто. Вот, блять, ну ты вот сейчас его возьмешь, сколько ты шашлыков съест? Один? Я могу все вот эти съесть. Все. Ты ебанько. Че? Сколько там еще шашлыков? Еще много. Я же говорил, да хуя, Олег. Не дохуя, я еще его то съем, а ты потом еще будешь жаловаться. Почему так мало взяли? Почему так мало посмотри, взяли? Сколько у нас, блядь, схуяль насрали, Антон Петрович. Сколько, блядь, мяса. Чего? Причем здесь уголь и мясо? При том, что не хватит его угля пожарить, мясо. Я тебе сразу сказал, больше надо, больше угля ложить. Ты говоришь, блядь, мало, блядь, мяса у нас мало, угля дохуя, мясо мало. Мясо, я тебе наоборот говорю, да хуя, угля мало. Да, у нас две пачки было, мы вчера только сколько израсходовали? Одну. Не одну. Мы израсходовали чуть-чуть открытой. Чуть-чуть открытой и добавили верти. Туда этого. Сгорит. Верти. Я тебя вертел. Две трубочки соединены, из-за этого образовалась пробка там. Пить себе будет тяжело, сразу предупреждаю, да, везде одинаково вставились, пришлось сгинать. Поэтому стаканы не поднимая,
пьем, ну, все просто, кто первый, чтобы не заморачиваться, да? Немного пива, кто первый выпил, того и приз. Договорились? Да. Все согласны? Да. Ну что, тогда диджей прям заводной музло, включай какой-нибудь, и мы погнали. По музыке, руку убери с трубочки, по музыке наклоняемся, пьем без рук, я хочу сказать, без рук. Ну что, погнали? Друг совершенно спокойно это воспринимает. Саня, что надо делать? Некоторых участников я, естественно, подколол и дал им трубочку. Дыхание подвело. Спасибо, но я не знал, кто здесь, кто встанет где, поэтому это было специально. Это был прикол просто. Да, мы не могли выиграть, но он просто не пиво стоит. Человек мог выбить, но не мог. Итак. I wanna ride!